еще молодушкой была, наша армия в поход куда-то шла. Вечерела я, стояла у ворот, а по улице все конница идет. Вдруг подъехал ко мне барин молодой, говорит, напой, красавица, водой. Он напился крепко, руку мне пожал, наклонился и меня поцеловал. Долго я тогда глядела ему вслед, обернулся, помутнел весь белый свет. Всю-то ноченьку мне спать было не умочь, раскрасавец барин снился мне всю ночь. Какая же ты у меня, Таня. Самая-самая. Ой. Сто раз лучше этих на экране и моя. Ты у меня самого лучшего достойна. Выходи за меня. Миша, какой красивый. Вот это да. Это все, что от родителей осталось. Я согласна. Ты же знаешь, у меня кроме тебя никого нет. И будет у нас... Будет у нас сын Артем и дочь Василиса, и мы ее будем Васей звать, да? Здравствуйте, тетя Ира. Здрасте. Таня дома? Тани нет дома. Димка, привет. Привет, Лена. Здрасте. Здрасте. А ты чего здесь? Да мы с ребятами в кино собираемся идти. Так Танька-то укатила? С Мишкой? Ты это... Ты меня подожди. Я сейчас переоденусь, ладно? Я быстро! Я с тобой, знаешь, на каком лимузине приеду? На каком? Нет, лучше на джипе. На черном. Свадьбу знаешь, где сыграем? Где? В Москве. Или в Париже. Или на Багамах. Сейчас только отпускные столовки дадут, и мы... А чё ты смеёшься-то? Я серьёзно. Ой, фантазёр. До сказки всё это. Танечка, либо никак не будет, либо будет, как я сказала, а может, даже лучше. Будет? Угу. Это когда будет? И вообще, будет ли? Что-то я не... Вот это предложение. Так я старой девой стану, знаешь? Ты... Держи, пусть пока у тебя побудет, пока ты еще не готов. Почему я готов, Таня? Я просто не хочу, чтобы в этом убожестве все было. Убожестве? Так все живут, и ничего. Сказки про красивую жизнь и жениться. Когда-нибудь... Это не про меня. Не обижайся. Проводи меня. Мне еще маме помогать в нашем убожестве. И морковочки добавьте еще. Спасибо.
Спасибо. Привет. 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 Здрасте. Если извиняться, не стоит. Я попрощаться пришел. Пока. Пока. Девчонки, идите отсюда. Ты что сделать пришел? Я в Москву уезжаю, и Леха со мной. Ты что, Миша? Ну, наверное, из-за вчерашнего, что ли? Ты шутишь? Пойдем. Я ищу. Давайте, давайте. Пойдем, говорю. Идите отсюда. Я думал, ты в меня веришь, а ты... Я верю. Короче, автобус через час, если хочешь, приходи. Чего? Никуда я не пойду. Он уезжает, а я давай ходи, прощайся с ним. Ага, делать мне больше нечего. Взял, решил, а мне прощайся. И чё? Чё-чё, харчо наливай. Правда, что ли? Уезжает? Что, правда? Да не знаю я. Чё ты психуешь? Снимай с меня. Давай, давай. Вот ты истеричка. Пришла, да? Ну, конечно. Конечно. Нет, Танечка, если я решил, то значит так и будет. Понятно? Ну, куда ты? Все, что я тебе обещал, случится еще раньше, чем ты думаешь. Ну, Миша! Ну, так, Леша! Так, пока. Да ну, Миш, давай ты быстрее. Уйди, уйди! Мишенька! Вот, а кольцо? Пускай у тебя будет. А? Обещаю звонить. Обещаю. Каждый день. Обещаю. 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 Ты обещаешь? Обещаю. Угадала? А Москва же не безразмерная, а? Ничего, для нас подвинуться. Ой, какой прыткий. Руки покажи свои. Ну, покажи, ладно, покажи. Руку по локоть да отхватить. Покажи, да не бойся. Да ты действительно парень, я вижу. Хваткий. Высоко поднимешься, парень. Да только, ну-ка, ну-ка. Как поднимешься, главное потеряешь. Ничего, я своего не упущу. Упустишь. И не раз упустишь. Только запомни, жизнь, она терпеливая. Ладно, будет тебе третий шанс. Ни одного хватит. Удачи. О, вкусняшки. Миша, где вещи? Гадалка! Экскурсия по Москве. Не проходим мимо. Записываемся на экскурсию по Москве. Товарищ милиционер, товарищ милиционер, у нас все вещи сперли. Добро пожаловать в Москву. Увидим Поклонную гору, Красную площадь. Там же мобильные были. Васильевский. Хоть паспорта с собой. Миш, может, уйдем назад, пока не поздно, а? Че, с ума сошел, что ли? Прорвемся. Пошли. Экскурсия по Москве. Лен. Что? Че, картофельные ошметки попали. Ты че? И так нормально. Угу. Девочки, спасибо, очень вкусно. На здоровье. Здоровье. Видишь, людям нравится. Угу. Как там твой? Звонит? Звонит каждый день. Ну, месяц. В Москве уже свою стройфирму открыл. Ух, какой!
Слышь, тоже мне Москва. Сидели бы в Катериновке, тряпками бы торговали. Ничего, Лёх, так многие начинали. Потом, знаешь, как поднялись? Ну, чего вы тут возитесь? А? Ну, на, держи на обед денежку. Ага. А ты почему без каски? Так вы мне не выдали. Да? Угу. Ладно, выдадут, значит. Извините, а можно позвонить, а? Опять межгород? Угу. Ладно. Давай, пока начальство не увидело. Спасибо. Андрюх, ну, вот ты мне скажи, ты вот что тут наварил, а? Что ты сказал, я что, ты вот наварил. Что, Мишенька. Привет, любимая. Привет. Привет. Как дела? Хорошо. А у вас? У нас-то все хорошо. Вот сегодня два клиента пришли, да. Заказали нам два дома под ключ. Так что все по плану. Танюш, у тебя как? Да у меня хорошо. Я тебя очень люблю. Я тебя. Я тебя люблю. Ну, хорош. Давай, сейчас. Давай. А то деньги вообще вызвонишь. Ну, что? Лёх, дай. Давай. Лёх, что дай, ты хочешь? Дай ему деньги. Дай. Я тебе потом. Ну, вы это, да, решайте. Да я тут, это, просто рабочие наши за зарплатой пришли. Ага. Все деньги за месяц на телефон спустил. Мы что жрать будем сегодня? Сказал бы, как есть. Да на. Дурно. Так что говоришь, Мишка твой покоритель Москвы, да? Ну? За тобой скоро приедет. Не знаю, рано говорит. Пока на джип заработала, а свадьбы нет. Так ты смотри там, а то они в Москве свои обещания быстро забывают. Не, он не такой. А про Москву что говорит? Говорит, она огромная просто. Много возможностей, культурная столица. В общем, как в сказке. Всех накормили. Таня вон про Москву рассказывает. А нас и тут неплохо кормят. Тебя плохо накормишь своим отцом-то. В общем, пятница. Рванем в ДК. Там все наши тусуются. Слушай, а я что, я могу? Давай пойдем. Да-да, идите. У меня дома дел много. Че, пойдем с нами? Не, я не могу. Пойдем вдвоем? Да что-то перехотелось. Че тебе перехотелось? Хотелка сломалась, что ли? Сгорела! Сгорела хотелка! Ой, идешь. Привет. Привет. Алло. Привет. Привет. Опять твой номер не определяется. Ты чего так часто звонишь? Это же межгород. Наверное, очень дорого. Да ладно, Танюш, мелочи жизни. Слушай, а давай я тебе буду письма писать? Да ты чё? 21 век писать. Ну и что? Это же романтика. И потом память останется. Давай, скажи мне индекс. Да какой индекс? Я не знаю. Ну и что? Да что, ну, что? Давай тогда скажи мне адрес. Да, Тань. Ну давай, я потом индекс на почте спрошу. Говори. Адрес вот и прямо. Записываешь? Да. Строителей 177. Квартира... А, там ящика нет. Слушай, пиши лучше до востребования. Ага, записала. Ага, я тебя люблю. Хватит болтать, пора свой мобильник иметь. Вали работай. Не ела? Нет, тебя ждала. Садись, я уже разогрела. Что, все вешает тебе лапшу на уши? Мам, никакую лапшу мне никто не вешает. Никогда я этого Мишку не любила. Шебутной он, Тань. От таких держаться подальше надо. А этот так все и стоит. Такой парнишка хороший. Звезд с неба не хватает. И семья у него не то, что у нас.
Отец рынок держит. Была бы как барыня. А теперь вот Ленка перехватит. Она девка зубастая. Не то, что ты у меня. Так он из-за нее и стоит. Да неужели? Дурочка ты. Неужели такое можно не заметить? Ешь. Ешь давай. Не хочется. Не хочется. Что, тебя из ложки кормить, что ли? Ешь давай. Мам. Вон, тощая какая. Посмотри на себя. Кому ты такая нужна? Ешь. Полдня стояла, эти котлеты лепила. Знала бы лучше, другим делом занялась. Картошку бери. Шесть часов утра. Куда ты в такую рань? Я в Москву. Хочу повидать Мишку. На выходные. А что-то я не слышала, как он тебя звал. Я сюрприз сделаю. Но еще неизвестно, ждет ли он тебя. Ждал бы, сказал. Ждет. Ты что, не знаешь, что бывает с мужиками, когда уезжают на заработки? Ты папашу своего вспомни. Тоже подался на север за длинным рублем, и что? И тоже звонил месяца два, а потом? Это хорошо, что люди сказали. Нашел там себе какую-то сволочь. И дочка сразу стала не нужна. Мам, Миша не такой, ну при чем? А какой? Господи, какая же ты у меня дура. Езжай. Езжай на те же грабли. Говорила тебе, не слушала. Господи, в кого ты такая? Таня! Миша! Ты как здесь?
приехал! Это просто чудо, что мы с тобой встретились! Что ты тут делаешь? Ну как, ты сказал строители? Так я имел в виду переулок строителей. Это вообще другой край географии. Я 2 часа сюда ехала. Ну, как ты хочешь, Москва. Как я соскучилась, Миша. Я соскучился. Миша, а ты чего такой худой стал? Ну, так дела все время. Поесть некогда. Я тебе приехала откармливать. А ты надолго? Ну, это от тебя зависит. Милая моя. Миша. Значит, ты надолго. Это от тебя зависит. Да. Мишка, у меня новость. Ну что, пойдем, я тебе Москву покажу. А почему пойдем? Машина у тебя же есть. Так я ее Лехе отдал. Он на объект поехал, так что пешочком прогуляемся. Погода такая хорошая, а? Пойдем. Ой, чемодан! А, чемодан! Мороженое. Чего? Кому Мишка. Чего? Тебе же тяжело, наверное. Эскимо. Нет. Давай... тебе поедем, отвезем чемодан. Да я посмотрю заодно, как ты живешь. Да не надо. Я же не знаю. Да поношу, поношу. Ничего. А мы куда? На Красную площадь? Пойдем на Красную площадь. Да ну на метро. Чего ты? Пойдем погуляем, город посмотрим. Заблудимся? Обижаешь. Слушай, москвич, я хочу мороженое. Можно мороженое? Мне самое вкусное. Конечно. Эскимо. 40 рублей. Ты будешь? Не, я не хочу. Точно? Да, точно. А что ты там прячешь? Да нет, чё ты? Держите. А? Держите. Спасибо. На здоровье. Мороженое, пирожное. Может, кстати, пирожное в кафе поедим? Да ну его эти забегаловки. Все равно там нормально не накормят. Вкусное? Не, я не хочу. Не хочешь? Не хочу. О! Обойдем на чертово колесо. Я не знаю, работает оно или нет. Да и там, знаешь, какие очереди. Че, тебе охота стоять, что ли? Прям очереди? Прям? Да. Я 2 часа, помню, стоял, так и не покатался. Ничего себе. Да. Ой, это же Москва. Да, тут Москва. Даже из людей пробки. Слушай, Танюш, мне на работу уже пора возвращаться, а то Леха там без меня не справится. Ну, давай. Ты беги. Ты меня на такси, может быть, посадишь, а я вас там буду ждать. Ой, я вам с Лешей такой ужин сегодня приготовлю. Где там? У тебя дома. Я тебе пирожки еще привезла. Да неудобно как-то. Чего ты там одна будешь сидеть? Держи. Чего? Спасибо. Чего? Ничего. Я сама дойду до вокзала. Так, подожди. Ты так ведешь себя из-за денег, что-то не клеится. Скажи честно. Да ты чего, Тань? Это все не важно. Важно, что между нами. Да дела только в гору пошли. Ты чего? А что тогда? Я что, не вижу, что с тобой что-то не так? Я ведь не дурочка, Миш. Что ты весь как на иголках? Избавиться от меня хочешь? У тебя есть кто-то? Ты чего, Тань? Дома тебя кто-то ждет. С ума, что ли, сошла? Да я на работе круглыми сутками. Да, чем быстрее я поднимусь, тем быстрее свадьбу сыграем. Такую, как мечталось, Танюх. Кому мечталось? Тебе? Ты подумал, чего я хочу и о чем мечтаю. Не могу я тебя больше ждать. Спасибо, что чемодан помог отнести. Да, да.
наш хороший, она все поймет. Миша, ты дурак, дурак. Ты что, так и будешь ей врать, что ли? Нет, больше не буду врать. Просто возьму и приеду за ней. На белом коне? На джипе я приеду, понял? Как обещал. Во! Я тоже, как и ты, о джипе мечтал. Из-за женщины страдал. А за счастьем-то в Москву поехал. Теперь-то у меня есть и джип, и женщина. Ну, красивая. Счастья-то нет. Сна нет. Совести тоже нет. Ай, все проворовал. Где родился, там и пригодился. От себя не убежишь. А потом уж, как я вдовушкой была, пятерых я дочек замуж отдала. К нам приехал на квартиру генерал. Весь израненный он жалобно стонал. Пригляделась, стрепенулась душой. Это тот же прежний барин, молодой. Даже удаль тот же блеск в его глазах. Только много седины в его усах. И опять я молодёшенька была. И опять я за эту ночку не спала. Всю-то ноченьку мне спать было не в мочь. Раз красавец барин снился мне всю ночь. Ой. Ой. Ты чё? Как дела на фабрике? У меня-то ничего. А ты вот на себя посмотри. Опять ревела? Нет. Даня, 2 месяца. Сколько можно? Ходишь, как тень. Себя всю извела. Меня изводишь. Мам, не кричи. А что мне делать? Не кричи. Привет, Бося. Девушек вперед. Здрасте. Здрасте, тетя. Здрасте. Бося, отстань. А Танька где? Таня! Дверь закрой, натоплено. Привет, Танюх. Привет, мы за тобой. Ага. На дискотеку пойдешь? Ой, и силком из дома не вытащит, сидит как на привязи. Иди! Тань! Иди, хоть развеешься! Танюх! Стой! Что, в халате пойдешь? Прям так? Чего? Ой, что чего, лошара, потому что? Сама лошара. А москвич? Москвич-то звонил? Москвич, молчит. Так я и думала. Сигаретка есть? Ты ж бросила. Ничего я не бросила, курю как курила. Для здоровья вредно. Мне ничего не вредно. Мне все на пользу. Бось, отстань. О! Быстро, молодец. А лучше ничего не нашлось? Классно выглядишь, Таня. Пойдем? Пока, тетюр. До свидания. До свидания. Пока, мам. До свидания. Счастливо. Покеда, Бося.
Тань, пойдем танцевать. Музыка классная. Билет подержи. Пойдем. Да ладно, хватит стул греть. Ты выпей, подними себе настроение и не будь такой. Не хочу я. Да. Не хочу. Дима, принеси еще одно пиво, пожалуйста. Ага. Выпей, говорю тебе, выпей. Да нельзя мне. В смысле нельзя? В прямом. Давай. Нельзя. Тань, ты что? Того? Того. Третий месяц. Капец. Нет, я ничего не понимаю. Ты мне скажи, а что ты делал? Да не знаю. Ну, если мама скажет, она же тебя убьет. Спасибо. Обещаешь никому? Да, конечно, что ты. Слушайте, я пойду. Тань домой собирается. Чего? Все, я пойду, вы оставайтесь. Я провожу. Не надо, я сама. Я тоже с вами. Чего мне оставаться, правда? Тань, какой сама? Слушай, на улице ни одного фонаря. Подожди, куртку заберу. Да не надо. Да надо. Оставайся с ребятами. Все, пока. Пока. Держите, тетя Валя. Спасибо. Долго молчать собиралась. Позорище. Какое позорище? Кто сказал? Нашлись добрые люди, позвонили. Лена? Стыдоба. Ты про мать подумала? Мам, не надо. Ты про людей подумал? Как им теперь в глаза смотреть? Стыдоба! Прости. Какой срок? 3 месяца. Так. Я звоню тете Гале в больницу. Сделают все тихо. Я не пойду на аборт. Пойдешь. Как миленькая. За волосы потащу. Ясно? Чтобы около больницы была. Ясно? Тетя Галя будет ждать. Доченька, так бывает. Ошибка юности. Это все делают, и не один раз. У тебя молодой организм, ты забудешь. Выйдешь замуж за нормального человека, все у тебя еще будет. Зачем тебе повторять мою судьбу? Вот и умница. Прости. Подойди, поцелуй меня. Доченька. Пусти. Таня, ну что ты? Все будет хорошо.
Тань! Ты хоть обстучи из дома, она. Почему она не открывает? Не хочет, вот и не открывает. Танюха! Чего орешь? Что-то не так. Конечно, не так. Беременная она от своего москвича. Блин! Таня! Так что ты бегай тут, как Бося, не бегай, ей все равно не до тебя. Да... Ее мать знаешь, как обложила? Вся деревня слышала, какая она. Да нельзя с ней так! Топор неси! Черт, Танюха! Таня! Таня, стой! Таня! Что это за дело? Таня! Отпусти! Тань! Отпусти меня! Зачем ты пришла? Ты чего не знаешь? Я все знаю! Отпусти меня! Я не могу! Аборт, я не могу рожать! Я не могу, мать меня убьет! Никакого аборта не будет, слышишь? Заплюет меня! Ты выйдешь за меня, Таня! Все будет хорошо, никто ничего не узнает. Все будет хорошо. Солнышко, руку. Пойдем. Это красиво, Танюша. Побежали. Хорошо. Ну, Машу, ну я вперед. Лёд, идем ко мне. Поехали, поехали. Давай с нами. Здравствуйте, тетя. Миш, ты? Что ты тут делаешь? Я? Да вот опоздал. Опоздал. Уезжай, ради бога. Не порт нам праздник, Миш. Уезжай. Ну, с праздником. Спасибо. Тебе накладываю? Давай. Ой. Давай. Мишка, давай, выходи уже там. Ай, ну чё, чёрт. Ты застрял? Сейчас! Привет.
утро, Соня. Кофе в постели. Ничего чего? Больше не нашла. Так у меня нет ничего. Сколько времени-то? Какая разница? Уже 9 часов. Возьми себе такси, хорошо? Завтраком. Парни, доброе утро. Сережка, вставай, мой хороший. Ты мой сладкий. Ну-ка, давай, вставай, а то я все блины съем за тебя. Просыпайся. Привет. Привет, пап. Давай стихотворение повторим. У лукоморья дуб зеленый. Ты же знаешь, я блины не люблю. У дуб зеленый. Золотая цепь на дубе том. Генри, убери со стола. Тебе я не блины, а яичницу приготовила. И еще пирог с грибами вот. В мастерскую ребятам отнесешь. Сереженька, ты рюкзак забыл. Солнышко, я тебя сейчас догоню. Давай. Хорошо, ты бы еще в задницу поцеловала. Не нужно так выражаться. Не понимаю, что в этом такого, проводить ребенка в школу. Сам бы не дошел. До школы 2 минуты. Все. Иди, поцеловать не хочешь? Доброе утро, Михаил Петрович. Привет, Лер. Привет. Он там? Поднимается. Михаил Петрович? Сам ты, Петрович. Здорово, Лер. Здорово. Ну что, как у нас там? Ну что, 3-я проверка с тех пор, как мы ввязались в этот чертов тендер. А ты как хотел. Лакомый кусок. Думаешь, эти постарались? Так кто еще? Да, кусок крупный. Слушай, Миш, как бы нам не подавиться, они на рынке с тех пор, как мы с тобой на горшках сидели в детском саду. С ними бодаться, рожки обломаем. Я не удивлюсь, если угрожать начнут. Уже звонили. Угрожали? Можно и так сказать. Ничего себе выдержка. Я уже спокойно месяц спать не могу. Ничего, выспимся, Лёх. Где-нибудь на Багамах. Вот дело, выиграем и выспимся. Я бы вместо Багам лучше бы куда-нибудь домой съездил. Отец совсем плох. Съездишь. Я же говорю, с делом закончим и съездишь куда угодно. Ну так неизвестно, насколько затянется. Я сейчас должен ехать. Сейчас? Да. Ты хочешь меня сейчас одного оставить? Это плохая идея, Леха. Очень плохая. То, что мы с тобой на родину за 7 лет ни разу не съездили, Миша, вот это плохо. Очень плохо. Я у себя. Данечка! Бегу. Как Сережка-то? Хорошо. Ну, хорошо. Школу отвела. Угу. Взрослый совсем стал. Салатиком. Доброе займись. Утро. Доброе. А чё посуда здесь стоит? Чистая посуда. Стоит. Чистая? Так уберите. Лена, ты что сегодня не с той ноги встала? Для кого Лена, а для кого Елена Антоновна?
Я уберу. Убери, убери. Через 5 минут будет орать, почему не выставили. Ну, конечно, чё ж ей не лютовать. Нормального мужика в Катериновке не найти. Только одни алкаши. Вот и лютуют. Люда! А? А полы чего грязные? Где грязные? Везде грязные. Санэпидем придет мне отвечать. Таня, привет! Леша, привет! Здравствуйте! Сколько лет! Ты все так же прекрасна! Спасибо! Здравствуй! Ты как? А? Как поживаешь? Я нормально. А отец после инфаркта совсем плох. Мать сама не своя. Ну. Ой, беда, беда. Ладно. Ты как? Хорошо. Твой? Мой? Сережка, первый класс пошел. Да. Привет, Серега. Сереж. Привет. Ну, работа, работа. Ты все там же в столовой работаешь? Да, в столовой. Ты знаешь, работа, семья, что может быть лучше? И вообще, что для счастья надо? Привет. Дима, привет. Здорово. Давно не виделись. Поехали. Поехали. Ладно, Танюш, пока, не буду задерживать. Давай, пока. До свидания. Дим, пока. Пока. Сдай назад. Хорошо. Надеюсь, что с родителями все будет хорошо. Спасибо. Пока. До свидания. Пока. Чё он тут забыл? К родителям приехал навестить. Москвича, ты успела выспросить? Что, сердечко-то, небось, взыграло? Вспомнила свою первую любовь? Чего встал, уши греешь? В машину залезай. Сереж, иди. Здорово. Слушай, я без тебя ничего не успеваю. Ты когда назад? И вообще, как ты там? Да никак. С отцом все плохо, мать тоже. Слушай, Миша, пойми, только пойми меня правильно. Я решил остаться. Что ты решил? Не, я, конечно, все понимаю, Лех, но ты тоже пойми. В конце концов, найми сиделку, я не знаю. Да какую сиделку, Миша? Если честно, я не только из-за родителей. Да устал я от Москвы этой. Устал от нервотрепки. Все, я не могу больше. Я не о такой жизни мечтал. А какой, Лешенька, ты жизни мечтал? В Катериновке семечками торговать ты мечтал, а? Ну почему семечками? Да нет. От отца пасека осталось. Мне много не надо. Ты струсил, да? Из-за тендера? Да нет, ну… Ну, я сейчас здесь нужен, здесь. Ты мне здесь нужен, Леша! Самая крупная сделка намечается, а ты… Ну, извини. Да
Да пошел ты со своими извинениями! Ты как бабой был, так бабой и остался, понял? А я думал, ты поймешь, Москва и правда людей меняет. Да, только, к сожалению, не всех. Я у тебя тащил балластом, и только зря. Что ты сказал? Что ты сказал? Балластом? Слушай, Миша, ты бы со своей тупой башкой горячей вляпался бы в какую-нибудь историю, все деньги потерял. Кто финансовыми вопросами занимался все эти годы? О себе только думаешь все время. Только о себе любимом. Останешься один, ни семьи, ни друзей. Этого хочешь? Да пошел ты знаешь куда! Ты... Сам пошел! Кстати, забыл сказать, Таню встретил. Красивая, счастливая, замужем. Сын в первый класс пошел. Про тебя даже, кстати, не вспомнила. Все, пока. Доброе утро. Ваш чай, Михаил Петрович. Спасибо. Кто-нибудь еще? Нет. А, собери совещание через час и подготовь документы финдиректора по собственному. Алексей Николаевич уволен? Я разве не ясно выразился? Миш. Миша. Что-то не так? Все в порядке. Я имею в виду, прошлой ночью я сделала что-то не так? Лерочка, все было замечательно. Только давай не будем смешивать личную жизнь и работу. Ты поняла? Я могу идти? Да, ты свободна. Я тебе говорю, мне это неинтересно. И я ничего о нем не спрашиваю. И знать я вообще об этом ничего не хочу. Прищепки подай. Ну, извини. Не понимаю, что ты мне при Сережке еще сцены устраиваешь? Сколько можно уже? 7 лет прошло. Ты все ревнуешь. Прости, что-то я... Таня! Таня! А! Чего? Глянь, что я тебе принесла. Вот. Ой, это не то. Вот, смотри, какая кофточка. На что мне? Это мне мама подарила, она мне уже большая, то есть маленькая. Вот, тебе подойдет. На что мне, Люб? А я не поняла, чего вы стирку устроили? Вы что, не идете? Куда? Вечер выпускников в школе, я же тебе говорила. Айо, я забыла. Ребята, ну как же, все наши соберутся. Да я не пойду, слушай, давай это, при этом всем передавай. Нет, ничего не знаю, на, наденешь. Я разучила Дюссен де Ламбадель, а ее это, вместе танцуют. Понял? Вместе, паровозиком. Если хочешь, развеешься. Да не, не пойду, настроения нет. Еще потом будешь мне сцену новую устраивать. Да. Танюх, ну я же извинился. Солнышко, рыбонька. Хочешь, иди ты. Потанцуешь ламбаду. На, подержи. Прощаю. Михаил Петрович? Так, меня сегодня не будет. А как же совещание? Перенеси все. А что сказать? Скажи, что я уехал на встречу. Подождите, на какую встречу? Одноклассников. Сереженька, ты чего такой грустный? Вот еще, ничего я не грустный. Я же вижу, что случилось. Четверка по домашке, 2 ошибки. Ну, подумаешь, четверка. Всякое бывает. Ты у меня умница. Не хочу четверки. Хочу только 5-ки. Нельзя быть лучшим по всем, знаешь? А я буду. Знаешь, все совершают ошибки. Это нормально. Ошибки.
надо уметь исправлять. Тогда будут только одни пятерки. Так, Генри, отдыхай. Ну что, Сережа, отпустим маму на праздник? Я же говорю, иди ты. Да нет. Мама, какой праздник? День встречи выпускников. Встреча со старыми учителями, одноклассниками. Мам, так иди, повеселишься, а то ты все время грустная. Отпускаешь? Да. Иди, иди. Мы справимся. Ну, ладно. Самая красивая там будешь. Ну, прям таки самая. Самая-самая. Так, ты чтобы в 10 спал уже. Как штык. Накрасилась. Хочешь, я останусь? Я люблю тебя. Просто помни об этом. Черт, ничего не меняется. Здорово. Привет, Журавлев. Семенов, здорово. Ты поднялся. Острой помаленьку. Вы как? Да куда уж нам уж. Слышали, слышали. Говорят, ты всю Москву застроил. Ну, не всю пока что. Половину. Круто. Возьмешь на работу, если что? Строители всегда нужны. Только трезвые, ребята, трезвые. Лех, а да. Ты что вернулся? Вы же вместе уезжали. Общий бизнес же был. А это знаешь, Семенов, кому летать, кому ползать. Мужики, тут помощь нужна. Ну ты крут. Слушай, а ты молодец. Шампанское бабам, а детям... Слушай, а дети-то есть у тебя? Давайте, мужики, давайте, тащите. Пока один. Счастливый. А то. А что ты без бабы? А зачем? Ну, он же не ты. Со своим самоваром это не ты едет. Ты каждый раз новый бабы приходишь. Да ладно. Привет. Узнаешь, что ли? Привет. Народ, смотрите, что нас... Журавлев, Мишенька. Здравствуйте. Сколько лет, сколько зим. Как изменился, как он ужал. А вы? Все такая же, Тамара? Ну, конечно. Это вам. Спасибо. Ой, Мишенька, ты всегда был настоящим джентльменом. Да что вы. На наших встречах никогда не появлялся. Так работа, бизнес, дело такое. Миша. Да, понятно. Привет. Привет. Ты это, шикарно. Спасибо. Выглядишь.
А ты это женат? Какими судьбами, каким ветром к нам? Миш. Соскучился по родине. Я думала, ищет кого. Дима чего не пришел? Дима с Сережкой сидит. А у нее замечательный муж. Ну, а бабушки-то на что? Бабушек у нас нет. Мама ее недавно умерла. Ой, Тань, ты извини, я не знала. Да ничего, это у нас в Катериновке, все про всех все знают. Тетя Ира хорошая была, я ее помню. А давайте лопану. Скажи, сколько твоему тоже? Моему 6. 6? Да. Большой. В школу пошел. А как у тебя детишки есть? Да, все нормально. Ну, скажи, сколько? Конечно. Есть. Двое? Смотри, кто нашу Таню танцевать пригласил. Это же Журавлев. Он из старших. У них же что-то было. Что-что? Любовь первая. А-а-а. Только он, когда в Москву уехал, он ее бросил. Вот Димка ей подвернулся. Сволочь. Какая красивая пара. Таня красивая. Значит, сын уже в школу пошел? Да. Сыну уже 6. Да, моему сыну уже 6. Таня! Тань! Ну что, потанцевал? Потанцевал. Куда собрался? Ну, твое дело. Подожди, Тань. Мне надо домой. Муж ждет? Сын ждет. Тебе не кажется, что нам нужно серьезно поговорить? Мне с тобой не о чем разговаривать. Ну что, на охоту приехал? По школе соскучился. Мне не втирай. Свое не упустишь, да? А тебе-то что? Я со своей жизнью сам разберусь, понял? Со своей разбирайся, а в чужие не лезь. Она замужем, понятно тебе? Замужем! Зачем я тебе рассказал про Таню? А, ты ж в отличие от меня препятствий не видишь, да? Да, Леха, да. Вот поэтому ты здесь, а я там. Как пчелки жужжат. Хорошо? Жужжат нормально. Оставь ее в покое, ты понял, нет? Ты что, бурил? Забыл, кто быстрее, что ли, а? Больно? М? Леш. Да не, нормально. Точно? Пойдем потанцуем. Не спишь?
Все хорошо. Ты что так рано? Все нормально? Да, от каблуков только отвыкла. Как все прошло? Кто был? Да ничего особенного. Девчонки еще больше располнили. Катька беременна. Сережку уложил? Все хорошо? Сам улегся, спит. Спасибо. Надо было тебе идти. Все хорошо. Пойду. Нюх. Ну не могу я. Привет, покормишь? Миша, красавец. Здрасте. А когда это ты приехал? Ой, я бы по-другому спросил. Чего не уехал? Правда, Тань? Покормим, покормим. По высшему разряду. Двойную порцию. Угу. И чеснока ему двойную. Двойную? Пожалуйста. Миш, поднос возьми. А такого борщика у вас в ресторанах нету. Это все Таня на золотые ручки. Да, в Москве такого нету. На здоровье, надолго к нам. Это как кормить будете. Танюш, ты еще мне компотику налей, пожалуйста. Этого хватит? Сейчас. Спасибо, дальше не надо. Таня, это он по твою душу, зуб даю. Привет, Дим. Привет. Сигнализацию посмотришь? Ребятам скажу, посмотрят. А сам по старой дружбе? Посмотрю. Ты, говорят, в няньках сейчас? Никуда тебя не пускают, на встречу даже не пришел. Футбол смотрел. Пустил что интересное? Ну как, все собрались. Даже Миша из Москвы приехал. Мишу помнишь? Мишань. Вкуснятно. 100 лет такого не ел. Вернее, лет 7. Все? Нет. Еще компот. Чего приехал? Тебя повидать. Супчик вот твой похлебать. Повидал, похлебал, поезжай. Мы ж так и не поговорили, Танюша. Давай где-нибудь после работы кофейку попьем. Я не знаю, в кафе каком-нибудь. Вот тебе кафе, вот тебе разговор. После компота кофе? Я понял. Я жду. Танюш, ты что, я помню, у вас самообслуживание. Сейчас вот компот допью и отнесу. Он еще не уехал? Ну, видно, в Москве в ресторанах плохо кормят.
Слушай, Дима, у меня просьба к тебе есть. У меня, знаешь, дома колонка барахлит. Может быть, ты посмотришь? Да и так. Чайку попить. Зайду как-нибудь. Адрес помнишь? Я буду ждать. Садись, подвезу, заодно поболтаем. Не о чем мне с тобой разговаривать. Да, я без тебя все равно не уеду. А если людям повод нужен, то повод будет. Поворачиваемся. Всех накормила. Говорят, ты прям звезда, танцпола и борщей. Беги уроки делать. Долго собиралась молчать, что этот приехал? Приехал, уехал, мне какая разница? Молчала и молчала. Тебе что-то интересное наболтали? А было о чем? Или я не все знаю? Не оправдываться не за что, повода не давала. Ты что тут делаешь? Здорово. Здоровее видали. Слыхал, ты автосервис держишь? Он закрыт. Так, может, все-таки возьмешь машинку на починку? Ты что, сиропа в бак налил? Ну, даже если и так. Мы таким ремонтом не занимаемся. Жалко. Это мне придется ждать, пока водитель за мной приедет. Он сейчас в Египте пузо греет. Ну ничего, я пока тут. На солнышке погреюсь. Дорого обойдется. Цена вопроса. 500 штук. Хорошо. Не, миллион. У тебя что, вип-сервис, что ли? За срочность. Ух ты! Иди в дом. Хорошо. А вас в бардачке.
Тебе процент. Подогнала клиента. Ты же знаешь, у тебя одна мастерская на весь город. Яблоко хочешь? Не хочу. Хоть что-то поимею. А то ведь он не знает, сколько стоит ребенка воспитывать. А? Может, зря не знает? С такого папаши не грех и поиметь. Ты где, Виталь? Дома жрать нечего. Катенька, вермишель еще, пожалуйста. Тань, вермишели нет. Молоко? Вот это. Вот, спагетти. Один. Привет, спагетти. Танюш. И хлеб бородин. Ага, смотри, посмотри. Ладно. Следишь за мной? Что ты? Я вот за коньячком зашел. Все, Тань. Что-то не внушает доверия. Потом в Катериновке один магазин, все. Так что случайно встретились? Да бывает, говорят. Или судьба, Танюш? Нет. 534. Машина рублей. Тоже случайно испугалась. Ой. Нет. Сколько? Грешин. 34. Грешин. Вот думал, что сломать. Машину или ногу. Решил, что машину все-таки лучше. Что ты прешь, как вот так? Почему? Драться из-за денег, что ли? Да. Сдать, что возьмите. Спасибо. Так, а вы что здесь кумушки встали? Давайте, выходите отсюда. Да. Танюш. Отдай обратно. Хорошо, я тебе вместе с сумками понесу. Пусти. Поехали со мной. Пусти. Меня. Здорово. Здорово. Съемок хочешь? Давай. Так. Ну что? Как охота? Можешь не рассказывать. Весь поселок в курсе. Желаю себе спокойно, Таня. Да не жила она спокойно. Она меня до сих пор любит. Я же вижу. Понятно. Хорошо тут у вас? Да. А помнишь, как мы у твоего отца мед с пасеки пытались стырить? Конечно, помню. Пчелы покусали, морду раздуло. Я 10 километров на велосипеде вез до больницы, чтоб батя не сказать.
Хорошее время было. Было. Дим, привет. Что будем делать? Чтобы к утру починили машину этого москвича. Ага. За переработку доплачу. Сделал. Сальники поменял. Мама, а кто это за дядя приходил? Дядя Миша из Москвы. У него машина сломалась. А что папа такой злой был? Он не на тебя сердился. Значит, на того дядю? Да. Потому что он мой настоящий папа. Я давно все знал. Он меня не любит. Я же не маленький. А если бы дядя Миша был бы сразу моим папой, он бы меня полюбил? Ну-ка, иди сюда. Любит. Он тебя вырастил. Он очень хороший. Смотри, какой Генри смешной. Машина готова. Надеюсь, в Катериновке тебя ничто не держит. Ничто? А кто? Она моя жена, где ты раньше был. Не важно, где я был. Важно, что сейчас я здесь. Что рушишь чужие жизни, тоже не важно. Было бы чего рушить. Все и так разрушено. Большой уже. Мне уже 6. А на вид все 8. Мне все говорят. Ну что, давай знакомиться? Я вас уже знаю. Знает? Знает. Мама, он скоро поедет в Москву. А я тебя дождусь. Поедешь со мной в Москву? А мама? И маму возьмем. Пойдем, сынок. Пойдем. Целуй. Да, нам действительно пора поговорить. И ты уедешь.
Лучше тут поговорить. Правильно. Здесь все началось, здесь все и закончится. Столько всего произошло с тех пор, как мы тут в последний раз были. А погода такая же. Почему столько лет молчал, а? Почему ты не сказала, что у меня есть сын? Не хотела рушить твоих планов. Ты был очень занят собой. План был только один. Да? И в нем ничего не изменилось. Тебе нужно было лишь немножко подождать. Я ждала. Ты другого выбрала. Что? Ты меня еще обвиняешь? Ты хоть можешь себе представить, что я прошла? Обвиняешь, а сам ни разу мне не позвонил и не приехал. А я ждала каждый день твоего звонка. Ждала, что ты приедешь, до последнего ждала. А я приезжал. Да? Да. Увидел хвост свадебного кортежа. Поздно, значит, приехал. А если бы ты... Если бы докабы, то во рту росли бы грибы. Прошлого не изменить. А будущее? Что ты сидишь? Слушай.